Привет, мои хорошие, с вами снова я, Гоша, и вот, наконец-таки, да, как вы видите, здесь мистер Мид написано уже чуть-чуть другими буквами, я решил немножко переделать флаги, первый раз было написано черными буквами, но я догадался, как делать эти флаги такими вот, и теперь я знаю, как их делать. И теперь я сделал вот такие вот флаги, да. И теперь, как вы видите, здесь комната совсем изменена, да. И сегодня, наконец-таки, обновление Мистер Мид. Обновление Мистер Мид 1.6.0, бета 0.6. Да, вы ждали 4 где-то дня, где-то, может быть, 5 дней обновления моего проекта Мистер Мид. И вот, наконец-таки, оно вышло. Опять же, 5 дней пришлось ждать. Следующее обновление проекта будет достаточно быстро выйдет. Наверное, где-то через 3 дня, наверное. Возможно, еще раньше. Возможно, позже. Кстати говоря, здесь комната немного изменилась. Мне кажется, так даже лучше стало. Здесь у нас такое вот место добавилось. Здесь у нас освещение поменялось. В общем, здесь у нас опции чуть-чуть тоже изменились. То есть у нас тут потолок изменился и пол изменился. Дальше назад меню. Смотрите, что еще у нас тут изменилось? Разработчики карты. Здесь вроде бы ничего не изменилось. Разве что только здесь немножко, по-моему, добавилось освещение. То есть вот здесь вот и вот здесь вот я добавил фонари, по-моему. В принципе, здесь больше ничего не изменилось. Дальше, что у нас тут? Дальше у нас текстуры. Текстуры здесь тоже ничего не изменилось. Все так же, как и было. То есть текстурки вот этих вот вещей и плюс фантифул. Давайте дальше посмотрим, что у нас на карте. Кстати говоря, я ее уже загрузил, так что никаких багов нету уже. Я все баги исправил. И мне кажется, кстати, то, что вот такие вот флаги лучше, чем было раньше. Итак, давайте-ка нажмем наконец-таки на играть. Загрузка. У нас идет Developer Map by Mr. Mid in the position. У нас опять же дается вот такой вот эффект. У тебя есть 3 ночи, чтобы спасти девушку. Итак, у нас дается опять же дробовик и к нему с патроны. К сожалению, не, так не называется, но ладно. В общем, так, давайте-ка. Здесь никаких нету. Ну, здесь опять же вот эти вот невидимые блоки. И здесь нажмем кнопку и заработаем. Итак, что дальше сделаем? Здесь все пока что так. Это здесь абсолютно все так же. Но, смотрите. Кусачки на месте. Но дело в том, что много чего изменилось. Итак, давайте-ка сюда вот зайдем. Здесь у нас зеленый ключ, там кусачки были. Здесь я решил пока что так и оставить вот эти вот ящики, но потом я сделаю вот этот вот ящик не открывающимся и вот этот вот ящик не открывающимся, потому что в оригинальной игре они не открываются. Но это я сделаю уже потом. Здесь у нас так и открываются двери с планкой. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Вроде бы у нас тут ничего не изменилось. Здесь у нас пока что, ну, чуть позже поменяло, что тут у нас. Здесь все так же, Мистер Мид здесь так же. Здесь все так же, в принципе. Здесь все так же, ну, в принципе, пока что ничего особенного не изменилось. Кстати говоря, картины добавились. Но я везде, кстати говоря, картины добавил, где в оригинальной игре. То есть, например, я вам покажу сейчас, где я добавил картины. И потом уже перейдем дальше к обновлению. Вот здесь я добавил картину. Здесь я тоже добавил картину. Да, я решил добавлять все-таки картины. Здесь я тоже добавил картину. Ну и, в принципе, по-моему, там еще внизу есть, но это чуть позже. Здесь так же. И давайте чуть позже посмотрим картины. И давайте сейчас я пойду дальше смотреть наше обновление. Сарайки. Давайте посмотрим сарайку. Сарайки вроде ничего не изменилось, да. Здесь ничего не изменилось. То есть патроны там лежат, 3 патрона в этом шелкированном ящике. Давайте перерубим тут. Да, он перерубается. Все. Так. Давайте-ка еще раз сходим вот сюда вот. Что там, кстати, в подвале? В подвале вроде бы ничего тоже не изменилось. А раньше только, ну, здесь все вроде бы так же, то есть здесь можно спрятаться, и все. То есть больше ничего тут нельзя сделать. Ну, здесь стекло, кстати, исправлено, да, здесь есть теперь стекло. В общем, давайте-ка дальше идти. Здесь машина не изменена, здесь ничего не изменено. Короче, кстати говоря, ножевые плиты я убрал. Плиты, точнее. Это мы потом изменим, потому что этого нету на бета-версии 1.13. Кстати говоря, у меня еще релиз 1.11, да. Я пока что не переделывал, то есть пока что у меня обновление не вышло бесплатно, почему-то до сих пор на iOS 1.12 крафта. Итак, давайте отсюда заберем щипцы
И давайте вот отсюда заберем молоток. Дальше еще где-то кот был, по-моему, он был внизу. И потом уже, кстати говоря, у нас урон так нравится, я потом изменим потом это. Но это чуть позже мы изменим уже. Так, давайте-ка активируем это все. Делаем по-быстренькому. Итак, вот здесь вот активируем, все открывается. Красный ключ так и есть, но, к сожалению, пока что не работает. То есть, как бы он работает, но как бы он не работает. Понимаете? Ну, я вам потом чуть позже покажу. Вот зеленый ключ работает, вот у нас открывается. И вот тут вот сразу же глобальное обновление. Вы видите то, что... Вот это вот чуть-чуть изменился колодец, то есть он стал по-другому немножечко стоять. Итак, что тут у нас еще есть? Теперь нет здесь блока того, который был, то есть исправлен этот баг, так сказать. Здесь ничего не добавилось, то есть здесь ничего не изменилось. Здесь, кстати, вот эти вот стали потолще, потому что по-другому я не знал, как сделать. Итак, здесь, как мы видим, уже есть типа мусорки, то есть это типа вот этого мусорного ведра, которого в оригинальной в оригинальном мистер-месте. По-другому я никак не мог подумать. Здесь еще должна быть свинья, вроде бы, но, к сожалению, ее тут... А, нет, она тут есть. Вот она, свинья наша. Она тут сидит пока что, но... Наверное, скоро она не будет сидеть тут, потому что я открою, и она выбежит, все. Но вы можете сами открыть, чтобы она бежала тут. Но уже свинья, по крайней мере, есть, но она пока что не атакует. То есть она не атакует, ничего не делает пока что. Итак, давайте-ка попробуем использовать, например... красный ключ. Да, он не используется, как я и говорил. То есть пока что тут нету этого замка никакого. Как раз таки здесь активируются вот наши щитцы, и здесь я смог это сделать, но только я пока что не смог. То есть здесь активируется, и вот наконец-таки мы можем спуститься. Вот оно, на новое помещение наше. Здесь, к сожалению, я не смог лучше сделать, ну ладно. Короче, здесь немножечко мешает лампа, но мы можем легко пройти вот здесь. Здесь у нас вот такой вот ящичек, опять же мусорка, да. Мусорное ведро, точнее, вот это вот активирует механизм, вот этот вот механизм, пока что только этот механизм. И здесь, к сожалению, мне пришлось вот так вот сделать, но потом я переделаю, наверное, переделаю с нотнотом. Итак, у нас этот механизм активирует вот это вот жалюзи, но это чуть позже, я бы сказал, жалюзи, ну, две, короче. Здесь у нас все так же, как в оригинальном Мистер Нити, все освещение все так же, то есть... Ну, коробку я решил вот такую сделать, здесь вот так вот сделать, потому что по-другому я никак не мог сделать. Кстати, ссылочку на скачивание я обязательно оставлю в описании видео. Здесь пока что этого не активно, то есть это пока что не работает, но вскоре, наверное, у меня сработает. Кстати говоря, синий ключ, по-моему, не оставался, то есть больше на карте пока что нету синего ключа, но вскоре мы снова добавим на карту синий ключ, то есть, точнее, я снова добавлю синий ключ на карту, и все. И будут снова вот эти вот механизмы, когда уже нот-нот сделает эти механизмы. Итак, вот она, наша дверь в лабораторию. Активируем и... не понял. Во, и она активируется, но она просто не сразу не активировалась, не знаю почему. Просто почему-то не сразу активировал. Это дверь, кстати, Камелия Кларк ведет. Вот. Там освещение у нас все так же. Там дверь также стоит, вроде бы. Да. Да, вон там, видите, немножечко. Вот такая вот дырочка небольшая. Ну, в общем, короче, у нас активируется. И вот такой вот проход. И вот. Тут, типа, я изобразил листов, которые, типа, не знаю. Просто как по-другому не знаю, надо изобразить. Здесь у нас шкафчик. Вот такой вот я решил сделать шкафчик, опять же. Опять же. Шкафчик, здесь у нас, так сказать, артефакты нашего мистер Мита, но мне пришлось такие артефакты сделать, потому что по-другому никак я не смог сделать. Освещение все так же, здесь листовка, опять же, то есть все такая же листовка, здесь у нас вот это вот, как бы сказать... Это та лежанка, которая была в оригинальном Мистер Мите. Здесь у нас типа сломана ей вот эта вот капсулы, но, к сожалению, она здесь как-то не очень получилась у меня, но я пробовал как угодно, но только лучше всего это вот эту, вот такая вот капсула сломанная. Дальше у нас тут, опять же, артефакт Мистера Мита. Здесь у нас как раз таки лава, к сожалению, у меня не получилось сделать нормальные вот это вот люки, к сожалению, не получилось мне сделать, то есть у меня не получилось проход сделать назад, туда как раз таки, к колодцу, то есть у меня там просто не получается это сделать, возможно,
ну просто не получается, то есть у меня просто оно не совместилось. Итак, я нечаянно сломал картину, ну ладно, короче, это якобы компьютеров тоже, ну точнее компьютер. Короче, если вы хотите открыть шкафчик, лучше открывать отсюда, вот. Да. Кстати говоря, у меня режим почему-то выживания вроде бы, да? Но ведь же я приключения знаю. А, на приключения можно ломать картины? А я не знал. Ну ладно, если что, мы потом, наверное, это исправим. И вот тут наши эксперименты, и тут свинья. Да, вы не ожидали, наверное, такого поворота, то, что тут будет свинья. И серьезно, тут есть свинья теперь. Но, к сожалению, она двигается. Я не знаю, как ее сделать так, чтобы не двигалась. Но, возможно, нот-нот в дальнейшем это сделает. Потому что это нужен точный механизм. Итак, здесь у нас, ну, вы поняли, чтобы открыть этот шкафчик, нужно внизу лучше уж открывать. И здесь вот такой вот, вот такой вот опять же шкафчик. Ну и в принципе все. То есть больше ничего тут нету. Здесь место для прятания наше. Ну и здесь дверь камелии еще одна, которая не открывается и не будет, наверное, пока что открываться. Здесь у нас мясо, которое, наверное, никто почти что не заметил. Ну и освещение все так же, как в Мистер Мите. В общем, короче, вот такая вот карта, вот такое вот обновление моей карты Мистер Мит. Я надеюсь, то, что я все показал. И я надеюсь, то, что вам понравилось. Кстати, свинья хочет сюда зайти, но у нее не получается, потому что здесь стоит дверь. А когда стоит дверь, у нее не получается куда-либо идти. То есть это продумано. Всё, да. И все, в принципе. В общем, короче, на этом все. Вот так вот такое обновление моей карты Мистер Мит. Также подкинули сразу на множество базов, но это уже не так уж и важно. Кстати, всегда нужно будет делать так, чтобы нельзя было запрыгивать. Кстати, интересно, что будет, если я не могу? Интересно, значит, сейчас я посмотрю, потому что это просто интересно сейчас. Вот я просто чисто случайно сейчас... Подожди, стоп. Похоже, не все баги исправлены. Я могу сюда забраться, на заборчик. Ну ладно, давайте я просто поэкспериментирую, что будет, если... Сейчас... Опа! Ну просто возьму и умру. Вот интересно, что будет. Ну, я не умираю никак, ну ладно. Здесь у нас все так же, то есть здесь абсолютно все так же пока что, но потом я это переделал, потому что мне просто времени не хватило, чтобы переделать все абсолютно. Кстати, тут пока что ничего нет, опять же, то есть пока что не появится дни, кстати, можно свинью пока что бить, но вскоре нельзя будет свинью бить, и ее можно убить, да. И очень короче, что еще хочу сказать по поводу карты. Когда появятся дни, тогда как раз таки я и сделаю механизм, когда появится Мистер Мит, я сделаю механизм с днями, хотя бы хоть какой-нибудь концовкой, якобы концовкой. Ну или же нот-нот это сделает, не знаю, но это посмотрим. В общем, короче, сейчас я попробую умереть, посмотрим, что будет интересно, просто интересно, что будет. Кстати, можно тоже стареть. Кстати, интересно, а можно ли куда-нибудь еще дальше? О, мне плохо пряталось. Ладно, так, нужно будет проверить. Можно было бы попробовать, посмотреть, может быть, можно куда-нибудь еще дальше, залезть. Ну и, в принципе, все. То есть мы разбиваемся, и здесь мы появляемся, получается, в менюшке. То есть если вы убьетесь, то тогда вы появитесь в менюшке. В общем, вот такое вот обновление моей карты, Мистер Мит. А с вами был Гоша Сергеев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои топовые комментарии. И с широким друзьями подписывайтесь на канал. Всем удачи, на встреч и всем пока-пока. Кстати, ссылка на карту, еще раз говорю, будет в описании. В общем, на этом все теперь точно. Всем удачи, на встреч и всем пока-пока.